Из сирийского Хомса, где несколько часов назад был совершен двойной теракт, продолжают поступать все новые данные о жертвах. По информации неправительственных организаций, погибли по меньшей мере 32 человека, раненых около сотни. Государственные СМИ сообщают о 14 убитых, называя эти данные предварительными. Взрывы прогремели в центре города, сначала взлетел на воздух автомобиль. По первым кадрам с места событий видно, взрывная волна разрушила фасады всех ближайших зданий. Когда подъехали медики и собралась толпа зевак, подорвался смертник. Ответственность до сих пор никто на себя не взял. Отмечу, что в том же квартале Хомса 12 декабря террористы Исламского государства совершили подобный тоже двойной теракт. Тогда погибли 16 человек.